Погоди, сейчас еще на 0,5 секундочку. В общем, вы начинаете в одном из кварталов этого города. И ваша задача, как хотите, либо оставайтесь скрытыми, но по инфе в данный момент вы это знаете, волен-торговец застрял на КПП, и из него, короче, там бабки двигаются, условно, да? Дальше сами. Главный этой станции, он вообще, типа, внутри станции? Ну, сам персонаж его? Карантин и так далее, это простые люди, но сейчас условный карантин, поэтому на улицах никого нет в виде бандитов банды. Как я сейчас выгляжу, это местные шестерки. У нас, короче, задача либо найти главного на этой станции, либо, блядь, забрать артефакт. Но только при сотрудничестве с Каги вы выйдете на главаря банды, который держит станцию. Все, окей, понял. Короче, грубо говоря, нам надо помочь Каге, чтобы он помог нам. Угу. Ну, погнали. Ты чё орёшь, блядь? Чем ты заорал, блядь? Угу. Эта стена ебаная, мы так просто не пройдем. Сейчас сначала посмотрим, куда они пойдут. Это не вон перед нами. Да они сели. Не-не-не, это эти космобанки. Он также говорил про бандосов. Про местных. Пока никого не видел вокруг. Угу. А, у нас усталость включена. Я и так на картах хожу. Угу. Не, это прям к полу. У нас вдоль стенок, именно главных, бегает один орли. В принципе, похуй, он нас не заметит. Лево от нас, друг Хари, несколько стартов вдалеке. Вся основная шмаль перед нами. Mm-hmm. Пообщаться. Не, пока мы точно не пойдем, там слишком пойди. Там это уся, киные банки, вообще все. Я бы на самом деле вообще занял, если налево посмотрите, самая большая бойня перед нами. Ну, слева. Но туда на крышу не подняться. Да, да, замей нормально. Лево черная, высоко? Черная, да, но там не окон на крыше. Не, не фигня. Вот то, что то там, где мы, это сейчас самое высокое считается. Я за сестру прятался, за эти шипы, думаешь, за соседей не смогу. Но не с пистолетиками этими. А чего так много-то? Вита охрана. Это швольный торговец, он, блядь, один никогда не ходит. Там даже пилот задетил. Это тит, кстати, можно ёбнуть его. А у вольного торговца здесь какое задание? Неизвестно. Так, орликины, мимо проходим, не задерживаемся. Они что-то остановились. Не-не-не, пока не. Тихо. Нас видно не должно быть. Вот это хуёво, если ты сейчас залетать хочешь к нам. Да. Да. Они к нам идут. Блять. Возможно, глазные огни. По крайней мере, в нашу сторону. Сука, не дай бог вы к нам идете, не дай бог. Мимо, блять, проходим, мимо, нахуй.
Засады их тут травят. Мы не перестреляем всех. А Орликин на соседнем здании, на соседнем здании в саде нас. Орликин больше бесит. А нам надо вообще их убивать? А, прижмитесь к другой стенке. Давай. За мной идите. Вот сюда прижмитесь, чтобы меньше видно было. Так проходит мимо. Отлично. А что за выстрел был? Не, не наше. В наше здание никто не зашел. Все хорошо. А у себя там идут. Орликины стоят на крыше. Угу. В нашу сторону они смотрят пока, и хорошо. Плюс у нас... Мы к стенке прижаты, короче, нас пока не видно. О, тут хорошая сейчас инфа будет. А, вот это здание, это и есть, куда нам надо попасть. В центре куда который? Мы... Да. За стенкой внутренней, да? Да-да-да, они туда идут, походу. А то высокое здание, оно как раз-таки внутри. Да, это оно есть. Интересно, нам... как я вас могу тыкать? Тэпать-то, наверное, не надо. Надо как-то залезть. Просто... Единственное, у нас орликины засекут, если мы начнем передвижение. Угу. Надо его снять. Там один же? Один. Двое? Трое. Никого не трогаем. Просто наблюдаем, да? Стрельба? Угу. Можем спокойненько спуститься, да и все. Они втроем стоят, смотрят в одну сторону. Угу. Я хочу понять, как нам можно так красиво и филигранно. Можем красиво и филигранно, даже знаю как. Если какая-нибудь падла сейчас сверху не поднимется. Так, новый план. Какой? Сейчас пройдут космодесантники, мы обойдем сзади. Все, они зашли уже в центр. Бля. Блять, ебаная космобанка, сука. А, у нас не будет. Видите, блять. Это было опасно, пиздец, он резко прям развернулся. Очень резко. Ну, вдруг резко. Ты крыса. Резкий, как помост. Космодесантники достали. Да ладно. Стреляйте по воркам спереди. Стрелять? Да. Прям точно-точно? Или ждем, когда начнут? Стреляй. Блять, он не умер нахуй. Два выстрела, да. Кто там стреляет? Орки, что ли? Угу. Все,
сегодня стреляем. Не обращай внимания на них, пойдем, пойдем. Давайте за мной. Так, о присоединении я договорился. А почему стреляли? Отпиши, пожалуйста, в РП, что мы используем эти... Блядь, сейчас там челик пройдет. Иди куда шел, блядь. И свидал дорогой сталкер. Да-да-да. Эльдар. Эльдар. Или Тау Тау, это Тау. Это Тау Сяту. Они с нами ничего? Не будут нас стрелять? Нет. Я писал? Да. Просто не наводи на них оружие. Че это там? Орки с ролекинами? Орки с ролекинами базарят, лол. Вижу орбекинов орков. Да я ж тебе не говорил. Если чё, орков на прицеле держите. Орков стрелять, если... Ну, когда есть агрессия. Если найдут, начнут, да, орков стреляют. Ты вижу огни, какие темные удары. Где? 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 Минотавры? А, эти, это и экзорцисты. Экзорцист? Угу. Это же кровавые вороны были. Ой, а к семидесятнику корка завалил. Нормально. Второй орк вообще невозмутимый. Ну странно то, что типа бойца завалили, а они стоят не реагируют. Вообще никаких. А может он забаговался, типа его ёбнули. Вон один подошел к нему. Там ксены сотрутся. Вес бежит. Не только одного темного льдара, да, пропустили? Так, короче, как поступаем? Идете влево, перепрыгиваете эту пристройку и ползком идете до следующей пристройки. Принт. Прям по краю левой стенки, прям хоп, и ползком туда. Ползите, и там будет момент, когда... Опа, у нас сзади чел. Ползком идите, ползком. Вообще не двигайтесь. Ползком идти или не двигаться? Не двигаться, не двигаться, не двигаться.
Ага, сверху идет, да? По стене. Угу. Увидели? Слышали? Увидели. Если вот его это... видно, шот в голову. Это кто-то, это бандос, да? Это бот, да. Просто шот в голову, если видно. Он ушел дальше. Он ушел дальше. Ага, стоп. Шот в голову. Есть. Молодцы. Дальше идите. Дабл шот. Даже попал, да? Да. Так, все, я начинаю свою игру. Так, мы дошли до следующего. Куда ты там говорил? Там вы должны видеть, сидит чувак сейчас. И рядом с ним еще один. Где он сидит? Перед тем домом, где мы смотрели. Я вижу его. Все, мы прицепили. Он не перед бастионом, он возле вот этого, блядь, типа помешкового здания. Генератор, что ли, какой-то тут. А, ну вот, вот на это здание надо смотреть. Короче, смотрите на него. Не вижу. Побегает какой-то. Он выбежал из здания, убегает. Падло, что ты. Зеленое здание забежал. Угу. Падло. Что с ним делать? Ничего. В зеленом здании, где этот зеленый этот стоит. Да, я понял, я понял. Контейнер справа. Выходит. Оделся, выходит. Я только не говори, что ты обратный. Самолет приземляется. Фальк. А, и он к нему, да? Вот прям к нему, да. А, на щит садится. Не вставай, не вставай. Вот гнида. Вот ладно, какой. По-другому будем делать. А сейчас зайдет Вальку, нет? Стоит рядом. Угу. Заходит. Варк уходит. Все, опускаем. А кто трет с тёмным Эльдаром и Эрликином? Вольник. Вольник, это как раз таки он и есть? Mm. Дела с этими ксенобразьями. Вольник ему плохо. Так, я забыл, как эта хуйня называется на бастионе сверху. Ну... Mm. Кому этот? Common Relay. Common Relay. Передатчик, короче. Пусть будет станция, короче. Так, вы вольник с этими с ксеносами уходит. Управление ворот. Так, у них там целая потасовка какая-то. Орки стреляют. Так, приветствую. Просто в небо. Там делегация целая. Держу пока их на прицеле. Ходит возле меня, сука. Блин, торговец идет обратно.
Нет, он стоит. Или это невольник? Вроде вольник. А с механиками кто уходит? Невольник? Нет, вольник вон уходит впереди. По дороге, по причалу. Вместе с механиками. Самый первый идет. Да, вижу. Так, наблюдайте за этим. Что он там делает? За вольником или за темными? Нет, за охранником, который сейчас ходит по территории. Принято сейчас. Он должен быть возле... Он... Сейчас, да? Ну, да, он под ним. Мы его не видим сверху. Мы где-то там трется. Он вышел из поселка. Идет к тебе. К тебе прямо идет, в смысле. На вход смотрит. Mm-hmm. Идет к входу. Приближается к тебе. Заходит в здание. Как ты так рядом с ним ходишь? Я держу его на прицеле. Пошел за Калану. Застрелял. Застрелял. Я его снял? Нет. Я его типа схватил и нож в горло приставил. Сейчас иду с ним вперед. Я пока замучусь, я с ним буду говорить. Mm-hmm. Наблюдайте, чтобы к нам никто не зашел. Принято. Вдруг Хари все рабов нашли, походу. Тучи девок просто ведут. Так, куда она потащила там труп? Найдем комнату Гена ключа. Открыть дверь и спереть. На машинку езжает. Оркская. Весп. Что, пока не обращай внимания. Что будем делать? Пока не обращай внимания. Он прям к тебе идет. Не вижу. А мне или кому? Нет, нет. К нам. Вес. Темность чертов. Держу его башку на прицеле. Прицель. Он страшный. Ну. Что вы от него убегаете? Стойте на... Не позорьтесь. Продолжайте смотреть, вы меня прикрываете. Передавайте, что он вам говорит. Он с нами разговаривает, спрашивает какие-то вопросы. Наблюдатели мы или нет? Что, нам вступать в контакт с Ксенсом? Пальцами на меня покажите и скажите, главное там. Ксенос, если ты хочешь задать вопросы, ты должен задать это нашей главной. Горит оружие убрать. Вань. Сейчас я поднимусь уже. Я не понимаю, что ты говоришь, грязный Ксенос. Я никуда с тобой не пойду. Давай шустрее, Вань. Он хочет меня связать, сука.
Окей. Я подчинилась какому-то ксенусу. Вы смелый господин. К сожалению, сейчас у нас нет времени. Неплохо, они стреляют. Ух. Это они так шмальнули? Бегите, бегите. А почему их не захуярили? Нет, следы призраков ищет. Подожди, у меня как раз. Я бы не рекомендовал. Почему у меня в глазах? Я свободен. Возьмите стул, садите свою сладкую задницу передо мной, если хотите поговорить. Ага, ебать. Ладно, пока можете посидеть где-нибудь. Наемники, абордажники, вы не слышали приказ? Достать мне два ящика отборного алкоголя, затем забором. Действуйте. Эти женщины теперь путешествуют с нами? Да, они относятся к ответвлению нашей... Радика. Они верят, что убийством врагов императора можно заслужить его благосклонность. Ярым убийством. Мы успели познакомиться с вашим миссионером, Семецким. Он довольно приятный человек. О, пойдем, пойдем, мы это раны смажем. Девушка, присаживайтесь к нам, не уходите. Интересно. Ты че, мать, вообще? Понял. Что это тут вы делаете? Этим не дрался? Что ты своими пацанами взял? Стой, не нужно. Не нужно, он тебе ничего не должен. Ой, бля, черный, он тебе ничего не должен. Ты что стреляешь? Что происходит? Пиздец какой. Пиздец лютый, да. Музыки не хватает, музыка, музыка мне. Смотрите, как прет. Вот давай, давай, давай. Не говорите. Музыки. Мне даже покажется Мир Смерти более культурными. Вот давай, парни, давайте, давайте, вот. Хотя, с другой стороны, когда еще раз я увижу, как... Дождь, что мне винтов. В одном месте в голове музыка. Блять. О, музыку включили.
Стой по стенам, чтобы я не могу. Я не могу не вспомнить этот мент про Казахстан. Это Казахстан, Казахстан, да? Блять, это вот пиздец какой-то, лютый. Чё, Казахстан, да, получается? Ага, полный Казахстан. Чё делать дальше? Получается Казахстан. Или это всё? Я хуй знаю.